и этот мир сольется для вас. И вспомните вы имя его. Я есть. И будет все на белом и на голубом. И пойдут со мной, и достойны будут. И не изглажу имени его из книги жизни. Эй! Эй! Иди сюда! Что у тебя в багажнике? Открывай! Открывай, тебе говорю! Ты его продаешь? В этом нет ничего незаконного. А почему он? Он бухой отец. Его надо постоянно поить. Он тогда свою силу теряет. А девицам он зачем? Это ж не человек. Его можно для чего угодно использовать. Убирать, заставить, кирпичи носить, массажики делать. Разные вещи. Это же черт. А это для чего? Это кандалы для нечисти. Можно его к батарее, например, приковать. Главное, по-тихому, чтобы все внимание не привлекать. Все нормально будет. И сколько девицы хотели тебе за него заплатить? Thank you.